я встретил труды о системе стимуля. Это система, которая несколько тысячелетий, я не ошибся, несколько тысячелетий, где инструментом была специальная мазь. По эффективности она превосходила иглотерапию, любые массажи. Воздействие ее было настолько сильным, что организм очень быстро омолаживался. И сейчас, когда я уже пользуюсь знаниями, я понимаю, что это было воздействие и на эпифиз, и на позвоночник, и на иммунную систему, и на клетки. Это было целостное воздействие на весь организм. И препарат, которому уже несколько тысячелетий, этому опыту можно помочь.